стеллажи раскрываются. И библиотекарь может туда пройти, взять нужную книгу. Городская библиотека города Тоехара. Когда открылась наша библиотека в 1947 году, у нее еще не было своей печати. В Сахалинской областной библиотеке была именно старая печать. И на первых книгах стоит именно эта печать. Вы можете потрогать своими руками, да, красивый обрез золотой. Это как раз вот эта книжка, это китайские картины. Кто-то хочет подержать в руках, попробовать? Давай. Китайскую книжечку на вес. Все в алфавитном порядке. Вам, например, нужно узнать, что такое Курильская операция. Вот, вы открываете, и вот они, его статья идут. Абзац выполнен из бумаги, которая в точности повторяет обои Чехова в его спальне.